Но я считаю, что курильщики, наверное, будут кричать о том, что дайте нам свободу, дайте нам задымлять этот мир, дайте нам отравлять своих родных, своих детей. Я сам курильщик, но считаю, что все-таки ужесточения должны быть. В принципе, это правильно. Потому что у каждого курильщика возникает когда-то вопрос, когда-то мысль, что надо бросать. Я думаю, что это хорошая возможность бросить курить в общественных местах. Так что давайте заниматься спортом, будем здоровы, богаты, красивы и удачливы.